Молодые парламентарии обсудили перспективы взаимодействия Департамента образования и науки региона и Общественной молодежной палаты при Курганской областной думе. Председатель Общественной молодежной палаты Сергей Лоськов отметил, что взаимодействие с органами государственной власти конструктивное, всегда идет партнерский контакт. Органы власти не стоят над молодежью, а именно работают в тандеме над социальными проблемами. Лоськов также проинформировал об участии молодых парламентариев в форумах «Утро-2018», «Территория смыслов», а также конкурсе «Краса парламентаризма», победительницей которого стала секретарь Общественной молодежной палаты при Курганской областной думе Ирина Постовалова. Он также призвал молодых парламентариев принять участие во всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России». Михаил Котельников, Дмитрий Тихонов, Александр Немков, информационное агентство «Курган.ру».